Острота была обусловлена ошибками защитников, в общем, такие своеобразные подарки дарились нападающим «Газпрома», но этими подарками никто из гостей так пока и не воспользовался. Несколько раз выручил Викулов, а сейчас не смог ничего поделать и он. Все-таки на перерыв гости вполне могут уйти в качестве лидера. Успел дотянуться ли Пирогов до удара Нанда, или же этот мяч будет записан на 10-го номера. Говорит о том, что российская суперлига не знает никаких границ. Удар! Гол! Марсенио! Никаких шансов! И больше появилось свободных зон у «Газпрома». Сейчас как раз такая атака! Но ответный мяч влетает в ворота! Под рукой у Купатадзе! И одержал победу в розыгрыше Кубка страны. Перехват, дальний удар, и предательски от ноги Викула мяч заползает. После 3-1 все-таки немножко спал атакующий порыв ухтинской команды. Все-таки счет 2-1, более стимулирующий. И вполне в первом встрече команду Тимура Алекберова строит просто 3 очка. Но их еще нужно добыть. Удар! Гол! Рикошет немножко помог, но... Говорил Алекберов, судя по тому, как начала играть его команда. Удар, и мяч влетает в ворота. Здорово. Что уж греха таить сейчас. Теряет мяч Бекбулатов. Выход на пустые ворота, и Давыдов забивает 6-й мяч.